У-ху! Опа! Офигенная водичка, блин, как же я обожаю купаться. О, ребята, всем привет, с вами Нюкин, отец-одиночка. Чего? В смысле надоел уже? Ладно, ладно, чу, уже оделись? Какие молодцы. Все, все, собираюсь. Ребята, мы тут решили записаться поплавать в бассейн, потому что это так офигенно плавать, всем советую. Но, походу, я маленько закупался. Все, пойдемте. Так, кстати, а где Степа? Что-то я Степу не вижу. А где наш Степа? Степан. Кто его последний раз видел? Он же с нами купался. В лягушатнике в этом. Хм, странно. Ладно, пойдемте одеваться. Ладно, пойду одеваться. Вы тогда подождите меня около входа, хорошо? Все, погнали. Так, где тут женская, мужская раздевалка? А, сначала в душ, да. Сначала в душ. Блин, уже бассейн скоро закрывается, я тут, походу, последний. Ребята, в общем, кто не знает, я отец-одиночка Нюкин. Да, у меня есть замечательные дети, у нас есть офигенный дом. И теперь мы вот отдыхаем, всякими активными видами спорта занимаемся. Но самое важное это... Все, все, иду. Так, телефон на месте, деньги на месте. Отлично, я оделся. Короче, ребята, самая интересная новость это то, что мы собираемся установить еще одного ребенка. Ну как мы? Я, им пока что я не сказал. Так, стоп. А, Степан, что еще не подошел? Я что-то думал, что он может в туалет ушел. Так, да, начинаем поиски. Мужчина, у нас тут ребенок потерялся. Блин, капец, так, дно чистое, Степа не видно, здесь тоже. Петя, короче, живо проверяй мужской туалет, если он там не утонул, то все не так уж и плохо, я надеюсь. Так, ребята, мы пока ищем, собираемся около входа. Ищем, ищем, так, слушай, Лиза, ты ищи, вон туда иди. Полина, ты идем с тобой сюда. Так, где он может быть? Нет, тут никого нету. Как сквозь землю провалился. Так, все, походу, пора звонить ментам. Ага, так, набираю. В туалет? Иди, иди быстрее. Алло, здрасте, полиция? Слушайте, у нас мальчик пропал. Да, в бассейн купались, и все, нету его. Нет, на дне проверял. Нет, не утонул, говорю же. Нет, нет. Я говорю, нет. Все бассейны чистые, дно пустое. Ой, в туалете тоже смотрели, в туалете его нету. Вы что, считаете, что я дурачок, что ли? Давайте приезжайте скорее. Капец. Вы что трубку сбросили? Охренеть, вот и полиция. Вот как они работают, надо ФСБ вызывать. Ай, долбаные. Чего, папа, что такие глаза выпученные? Нашла Степу? Где? В смысле, он тебе надоел? Я не понимаю. В туалете? Да мы же смотрели. В женском? Че он там делает в женском туалете? Ёкаламане. Да, блин, я туда не могу зайти. Так, давайте его вытаскивать оттуда. Какого хрена вообще? По кроссовкам, понятно. Вот шпион, блин. Так, девчонки, давайте вытаскивайте его оттуда. Сейчас я его буду лупить по попе. Так, чем бы, лопатой? Что за дела? Мы тут вообще-то его ждем. Что за нафиг Штирлиц какой-то? Ну что они его там... Ой, какие-то... Они его что, бьют, что ли? А, ну да, с Полиной лучше не спорить. Офигеть, она сейчас там все кабинки снесет. Ё-моё, Петя, пойдем-ка отсюда подальше. Да ну, я не думаю, что он такой извращуга. Нифига ты отлетел! Так, все, 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 угомонись, не надо, я с ним дальше сам разберусь. Это что за вуэризм такой? Ты что там подглядываешь, что ли? Случайно? Перепутал значки. Так, это буква М, значит мужской. Это Ж, значит не жопа, а значит женский, понимаешь? Застрял случайно, а если бы запалили... Да... Стоп, что ты там увидел? Ну-ка, рассказывай. Туда зашла директриса бассейна и открыла потайной проход. What? Так, я понимаю, что это может быть интересно. Но мы вообще-то опаздываем, давай быстрее, дома обсудим. Ребят, капец, мы тут и покушали, и уже и шоу посмотрели. А все это не выходит тайная комната из головы. Тайная комната в женском туалете.
В бассейне. Да еще в которую входит директриса. Да, Степан, ты нас заинтриговал. Блин, как бы туда попасть? Дадим взятку? Дадим взятку кому? Учительнице по русскому? Ё-моё, кому-то мы там будем взятку давать, если они не хотят, чтобы никто знал про этот проход. Иначе бы сделали его открытым. Сегодня мы там были, в общем, очень рано утром, когда народу нету. И это был последний такой день. Теперь с этого дня, блин, как назло, там начинается какая-то акция, и он будет битком забит народом. Поэтому уже незаметно не получится туда попасть. Ну, как бы, прям уже что-то серьезное мутить тоже не хочется ради какого-то туалета. Понял! Понял. Ребята, ну вам это может не понравиться. Так, Лиза, тащи косметичку. Полина, тащи лучшие свои вещи. Будем, ребята, играть в косплей. Главное, чтобы никто меня потом не узнал. Нет, ребята, пожалуйста, ничего плохого не подумайте. Все ради вас. Вам же тоже интересно, да ведь? Ой, это пудра, блин, в нос лезет. Ой, ёкаламне, бьюти-блок подходит к концу. Петя! Петя, иди сюда! Сейчас я вам Петю покажу, вообще боржусь. Ой, ёк. Все, уходи. Уходи, сейчас опять смец начну, весь макияж слетит. Иди отсюда. Ой, ёкаламне. В смысле, я смешной? Я что смешной? Нормально у меня все? Девчонки, вы же меня нормально покрасили? Блин! А помаду-то зачем? Ёшки-макарёшки! Ну... Так, главное, чтобы никто меня не увидел. А можете, пожалуйста, мне еще прическу сделать? Прическу, такие волосы типа пышные. Парик? Ладно, давай. Рекси, смотри, пожалуйста, уходи отсюда. Ай! Мои золотые локоны, не дергай ты! О, ну, вроде нормально. Все, спасибо, хватит. Так, ну и для полного марафета не хватает мне какой-то юбочки. Мы вам покупаем... О, алмазная. Неплохо, так, надеваем. Блин, ребят, ну чё, как я вам? Что, сходили бы со мной на танец? Пожалуйста, правильный ответ? Нет. Петя, ты тоже юбочку надень, а то фитоняшка из тебя так себе. Ребята, отправляемся. Алло, слушай, подъедь, пожалуйста, к дому, только прошу внимательно. Отнеситесь с пониманием. У нас небольшое изменение внешнего вида, хорошо? В общем, я буду маленько странно выглядеть, ты, пожалуйста, не пугайся. Вы там долго еще? Давайте быстрее. Так, разворачиваемся, все, снимай. Была плохая идея. Так, девушка, а вы что тут делаете? Стёпа! Интересно. Да, вот это принцесса. Слушай, девчонки, теперь у вас есть конкуренция. Так, Петь, все, корону-то зачем? Блин, сними нафиг королева танцпола. Снимай давай. Тебя же сейчас все узнают. Все, погнали. Пожалуйста, спокойно, тихо, это мы, голос узнаешь? Все, давай, ориентируйся на голос. Так, давай, ты на R8, я на Жигулях. Залазим. Ох, вот эта поездочка у нас будет. Ну, ладно, хорошо. Я тебе там могу случайно руль запачкать, ты потом не обижайся. А что, со мной никто не хочет? Ладно, один поеду. Все, ребята, и приехали. Ну, как я и думал. Да ладно, чё, куча народу, что ли? Ну да, деды какие-то. Походу, пришло время испытать нашу маскировку на деле. Так, ведем себя как женственные девчонки. Забирайся. Ой, мужики, привет. Вы чё, купаться? А мы вот в раздевалку сейчас разденемся. Тоже будем плавать, все, девчонки, мы так любим раздеваться. Заходим. Ух. Заходим, больше не заходим. Так, сейчас лопата закрою тут. Все, закрыл. Ой, блин, сейчас надо этот бред снять. Не могу уже, блин, все вспотело. Ты чё? Зачем мне... Ты чё, не-не-не. Все. Ой, простите. Хотя, в принципе, я и так за девушку схожу. Просто надо было еще ноги побрить. Ладно, придется, видимо, все-таки одеть. Погнали. Давай, Полин, я за тобой. Ой, здрасте, бабуля, вы тоже купаться? Ну что же, плавание всем возрастам покорно. Ага, женский туалет, ну это мой, это мне туда. О, все, наконец-то можно снять. О, блин, парилка долбанная. Ого, смотрите, прямо стена открылась. Ё-моё, так, ладно, все, девчонки, заходим. И мальчишки,
Заходим, заходим быстрее. Что же здесь такое? Что же здесь... Ого! Да подождите со своими девочками. Ты посмотри, какой мы туннель нашли. Ё-моё, это какой-то бункер, что ли? Охренеть. Что-то мне маленько жутковато. Полина, вперед! Давай, папа тебя прикроет. Интересные расклады. Так, да куда же... А, свет! Тихо-тихо-тихо! Тихо, осторожно. Что? О! Смотрите! Какие-то колбы... Чего? Чё это такое? О, ёкаламане! Блин! А, жуть! Ребра торчат! А это что за гадость? Какие-то синие люди, он шел. Это утонувшая девушка! Блин, мерзость! Так, дети, не разбредаемся! Это реально какая-то секретная лаба! Офигеть, под обычным бассейном! Ёшки-макарёшки! Так, а что же у нас там дальше? Какие-то закрытые помещения? Так, так, так. Полина! Полина, не отходи далеко! А здесь? А здесь какие-то офисные, так, бумаги? Ой! Что это за звуки? Ребята, кажется, сюда кто-то идет. Садимся! Садимся на пол! Ложимся! Чи-чи-чи. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Что же за звуки? Кто? Какой-то мужик? Баба? Петя! Это случайно не директриса? Скоро еще 3 человек тебе приведу для экспериментов. Сразу не могу. Надо подстроить исчезновение людей так, чтобы менты ничего не заподозрили. Они тут чего, людей похищают? На опыты? Это я удачно зашел. Так, ну, в принципе, мне этой информации достаточно. Полина, сиди здесь, жди моей команды. Остальные, чтобы не высовывались. Сейчас разберемся. Ой, извините, а я вам тут не помешала? Так чисто мимо проходила. А вот тут вы, оказывается, людей пытаете. Кто? Я Нюкем. И вам это должно быть достаточно. Так, ребята, давайте. Даю вам, в общем, шанс закончить по-хорошему. Все, аккуратно разворачиваемся, руки за голову и медленно выходим за мной. Что? Кто, мать твою? Тебе это знать не обязательно. Тебе все товарищ полицейский расскажет. А чё еще? А чё еще? Ну можно еще ползком. Да, ползком. Так, мужик. Воу-воу-воу. Слушай, ты бы лучше пистолетик-то свой убрал. А то я как бы и дочку могу позвать. Кого? Кого-кого? Полиночку, конечно. Полина! Полина, выходи! Ой, ну, ой, ёкаламане! Давай, Полина, размажь их по полу! Только не до конца убивай, не до конца! Блин, блин, мужик, я ж тебя предупреждал! Ложись, пока живой! Ложись, ёкаламане! Блин, все, все, ложись, не двигайся! И ты тоже ляг, быстро ляг! Полина, все, 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 вызывай, вызывай ментов. Вот, молодец, держи их, держи! Так, ну что, они приехали? Ого, блин! Как моего сына спасать, так трубку бросают? Здрасте, здрасте, вот, смотрите, нашли кого. У них там подземная лаборатория. Чё, привет. Дядька, ты ко мне клин не подбивай, а то я тебя с своей дочкой познакомлю. Полина, смотри, с него глаз не спускай. Так, давай, ты сначала сходи в участок, упакуй этих кретинов, потом уже с тобой поговорю. Давай, давай, быстрее, 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 пошел отсюда. Так, мужчина, сейчас у вас будут проблемы. Разворачиваешься и пошел. Все, давай быстрее. Интересно, а вот женщина не быстрее слушает. Ну, ребята, вот такие у нас сегодня получились приключения. Макияж надо скорее смывать, а то уже лицо болит. Ну, я надеюсь, что вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь и давайте, до завтра. Всем пока. We'll be right back.